Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик. Сегодня у нас GTA 4 Криминальная Россия. Я веду преследование вон того чувака. Посмотрите, он на чем-то, то ли на Ягуаре, то ли... Вот это размотался! Посмотрите, как фигачит. Это женщина, ну-ка спринять вправо. Стоять, блин. Посмотрите, что делает, а? Просто неадекватная, под чем-то фигачит. Уже, да, Ягуар, точно. Столько машин уже разбило, я не знаю. Я просто догнать даже ее не могу. Так сильно фигачит. Смотрите, смотрите, опять сейчас размотается. Ой-ой-ой-ой-ой, навстречку как... Оп. Тихо, 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 стоять. Так. Ох ты ж... Блин, ты что делаешь-то? Так, куда она? Не понимаю, что делает. Колесо пробил переднее. Так. Тихо, 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 да что в вас? Куда ты? Понятно. Тормози, куда ты? Так, сейчас в заднее попробую попасть, как только людей станет поменьше, попробую попасть в заднее колесо. Нифига, и в бэху, ух ты! В Каен фигачилось. Так, вот тут сейчас отлично будет возможность выстрелить. Оп! Кажись, попал в заднее колесо еще. Смотрите, на переднем все. Переднее пробито, на диске фигачит. Ой, задняя лопнула. Блин, нифига себе, в фуру как вхреначилось и дальше едет. Через встречку. Да тормози ты, больная, а? Стоять! И подруга, подельница. Фух. Пипец, вы посмотрите, во что превратила тачку. Вы просто гляньте, во что тачку превратила. Ладно, поехали дальше. Скорую вызвал. Я, короче, прям такой супер ДПСник, чтобы вы понимали. Куда дорогу перебегаете? Ты что делаешь-то, дурак, что ли? Че он исполнил? Это что за симулянт такой? Смотрите, на мою тачку бросился, под эту ложится тачку. Ладно, поехали. Поехали отсюда. Так. Надо резину, наверное, менять на машине. Что-то заносит слишком сильно. Ладно. Давайте разъезжайтесь чуть-чуть. Разъезжайтесь. Дорогу. Вот так. Авария, что ли, приключилась? Ну и чё ты? Ну чё ты делаешь-то, а? И чё ты вышла? Чё ты убьёшь меня, говоришь? Ты чё? А? Выйти из машины! Ах ты... Ах ты вон чё ты... Блин. А я думал, она поехала. Вот дичь получилась. Некрасиво вышло, согласен. Да, некрасиво получилось. Так, смотрите. В Бугатти с двух сторон просто пропечатали, вон. Ёлки-палки. Офигеть можно. Так, ну чё, мне надо ехать назад? Как там? Проезжаем, проезжаем, не задерживаем движение, проезжаем. Воздух немного стрельбанул, чтобы поехали люди. Ах ты ж, блин, ты чё, тормозишь так, ты чё? Ну поехали, 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 давай уже, давай, поехали. Ах.
Черт, что за люди, вообще понятия не имею. Ох, ох, как занесло нахрен. Офигеть, вот это ушатался. Ничего, кстати, едет еще. Едет на радостях. Так, а тут у нас что? Это что это? Так, я что-то не понял, а почему машина без бампера? Почему машина без бамперов? Товарищ! Почему машина без бамперов? Опа! Наш пассажир. Смотри-ка, начал уходить сразу. Понятно дело, все. Сейчас примем его. Сейчас колеса пробьем. Колеса пробьем сейчас, и все. Сразу станет позговорчивее. А, вон, у него уже лопнуло одно. Че, без колеса-то не так уже весело ехать, да? Ты смотри, что делает. Ах ты подонок. Хочешь обдурить меня, да? Ну, у меня тачка подбитая, конечно, но мозги-то у меня есть, голова-то есть на плечах. Я же шапку должен на чем-то носить. Я тебя сейчас сделаю. Я сделаю тебя сейчас, фекалия. Опа-на. Опа-на. Где он там? Ну-ка, стоять. Куда пошел? Стоямба. Куда ты поехал? Стой, куропатина. Что ты делаешь-то? Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, аж капот оторвался у меня. Ах ты вот, тебе получай. Ах, черт возьми. Все, что ли? Блин. Все, пацаны, машина сломалась. Ах, повезло. Повезло ей. Ладно, парни, на этом серия заканчивается. Если понравилось, нравятся полицейские будни в GTA 4 Криминальная Россия, ставь лайк и подписывайся на канал. С вами был Механик, и всем пока.